друзья, у нас заморозок. Вчера снег валил, сегодня лужи уже. А! Ну еще вода, ничего. Значит, будем кататься по дороге. Короче, привет всем. Вчера целый день пыталась я еду приготовить на сегодня. Господи, сколько времени на готовку уходит. Ну, опять не приготовишь, не сэкономишь. Ну, слава богу, завелся. Сейчас буду 20 минут бегать вокруг автобуса. Да, про что я? Готовить надо, иначе не сэкономишь. И вообще, как говорила моя бабушка, мужа надо кормить, иначе с него начнут спадывать трусы. Он же похудеет. И причем трусы начнут спадывать не дома. И не пойму, сколько мужа не корми, на следующий день он как будто не ел вовсе. Он все время голодными глазами смотрит на меня. Итак, сегодня у меня опять дети и развозка. Так что, Ольга, дерзай. Ну все, две развозки увезла. Сейчас пообедаю. Похвастаюсь еще вам кое-чем. И поеду за детьми. Вижу, товарищ в лыжи обутый. То ли лыжи не катит, то ли он шизанутый. Посмотрите, какую красоту я купила. Фарфоровые кружечки. Давно хотела, но они ушли из продажи. А вчера появились, и я купила. А еще вот такими пачками у меня сын покупает шоколад. Барсик, смотри, сколько шоколада. Ой, как много. Помаду, она стойкая от 8 до 16 часов. Тон десятка, я раньше брала 15, и этот тон светлый, и я теперь другой помадой сверху намазываюсь. Еще сейчас намажу. Едем по Руставели, пересекаем проспект Просвещения. Мне осталось совсем чуть-чуть, и моя контора. Приехала. Маловато нам территория. Да что, территория, что ли? Здесь у нас ОТК сидит и наш начальник. А наверху там кто-то покрупнее. Так, а я пойду поздороваюсь. Он мне уже документы держит. Поехали школьников забирать. Тимуровская, 17. Надо еще выехать отсюда, умудриться. Документы я взяла. Ну что, поехали!
удачно же я встала, сейчас перепаркуюсь. Чуть-чуть прижмусь. Сваливаем, здесь платная парковка. Здесь вот кроме автобусов остановка запрещена, так что мы паркуемся здесь. Здесь уже были. Вдалеке Спас на Крови собор. Тут мы уже были. Вот Русский музей. Но мои первоклашки сегодня ушли в Российский этнографический музей. Вот сюда. Это у нас экскурсии ездят, двухэтажные автобусы. Это Михайловский сад, он сейчас мрачный. Так, а я иду на ту сторону. Ну вот он, итальянский дворик. И мы в него попадаем. Зеркальные двери. Нет, все-таки по Питеру надо ходить пешком. Тогда все увидите. Итак, выходим на итальянскую обратно. Евроспар, пассаж, туннель. Пошли, сходим. Это все на итальянском. Петербургский городской банк. Филармония, большой зал, дворянское собрание, ресторан. Ну а это Михайловская улица. Вдалеке уже Невский проспект и Гостиный двор. Привет, Александр Сергеевич Пушкин. Стою на финляндском, жду технарь, детей. Слава богу, что остановилась на финляндском, догадалась. Дети уехали на метро. А я стою вот. На
на Комсомола, на Финляндском вокзале. Жду технарь. Слава богу, автобус заведен, но не трогается с места. Заклинило колесо. Горячие. Это ладно. Самое смешное, я же пыталась где-то остановиться, машина не трогается с места. А я закрыла 4 машины. Не выбраться двум белым и двум синим. В тот раз спросила, в чем проблема. Та же история была с колесом. Ремонт, мне ответили. Ну вот сейчас я сказала, я даже тронуться с места не могу. Так что приезжайте, что хотите, то и делайте. Так что поездка сегодня неудачная получилась. Ой, вы мои золотые! Мамур приехал! Ничего себе ты уехал! Едем в парк. Они меня только чуть-чуть на ноги поставили. Ну-ка, тронемся или нет? О, тронулись! Ура! Ну вот так и все. Теперь я на легковой, меня Важа встретил. С работы. А утром повезет на работу. Вот такая ерунда получается. У нас уже к Новому году готовятся. Мы забежали в Пятерочку. Так, заходим. Я голодная, как волк. Вот за это все в Пятерочке мы заплатили 3500. Эта фирма уже ушла. Мы забрали 3 последние. Шампунь. Она у нас по 180 рублей. Одна штучка. Набрала 5 штучек хозяйственного мыла. Покупаю именно такое, оно не расползается. По 32 рубля. Молоко 97 рублей. Чебупиццу мы купили по скидке 110 рублей. Маслины 86 рублей. Так, таблетки для посудомоечной машины 400 рублей, 60 штук. Так, освежитель воздуха обычный 150 рублей. Купили соус за 100 рублей. Так, треска вот здесь 800 грамм, 300 рублей. Макароны Макфа 60 рублей. Итак, 3 штучки кофе мы купили, 240 грамм здесь, по 389 рублей. Сахарный песок дешевле, чем в Магните, 52,50. Сырочки. Каждый сырочек 62 рубля. Такие сырочки 63 рубля, а по скидке они 30 рублей. Вот, итого 3500 рублей выкинули. Так что всем пока. Халтурина с вами, Халтурина рулит. Это что такое? Член семьи. Тебе все позволено, да? Ой, блин, а... Про него говорят. Лапки.